Петр Николаевич – мастер спорта, член олимпийской сборной нашей страны по биатлону. Чего приперся ты, Петя, в нашем перте? Да соскучился. Дом починил. Учеников найдешь. Из головок спортсмен-неудачник нашел чемпиона в тайге. Поступишь в спортшколу. Потом, если повезет, на Олимпиаду поедешь. Ну, все хорошо, да. Чем его? Ломом этим рыбацким. Не хочу я на вашу Олимпиаду. Я Витю хочу убить. Ты мамку-то пожалей. Отца ты все равно не вернешь. Он убил, уходит. Закон здесь тайга. Местный же вроде должен помнить. Дичь. Не по себе. От этой тихой и чужой зимы. Вот из района звонили, потеряли вас. Так я им сказал, что нет у нас таких. Уехать бы вам, убьет он вас. Так я этого не слышал. Я слышал. И чё? Тормози. Чистым никто не уедет. А тебе, сосед, по-любому кабзда. Давай так, тренировки 4 раза в неделю, 3 беговые, 1 огневая. Тогда я в деле. В смысле? Ну, убьем его вместе. На полувыдохе.